Итак, всем привет, с вами Дар Риди, и сегодня мы разберем такую игру новогоднюю, как Charisman Niles. Вот, в игре Charisman Niles вы должны создать праздничный тематический маникюр для юной особы. Пусть ее ногти будут в идеальном состоянии, украсьте их настоящими новогодними рисунками. Так, управление, компьютерная мышь. Извините. Так, ну, в общем, начнем. Play. Да, вот такие вот новогодние ногти. Какая-то татуировка колокольчиков. Ну, в общем, такая вот девушка. Так, в общем, play. Что-то у нас есть. Так, ногти. Окей. И что мне делать? Так, возьму лак, да? Выберу цвет. Давайте вот такой синий. И, то есть, я раскрашиваю ногти. Да, давайте возьмем вот такие ногти. Такие. Да, пусть такую, я думаю, ногти должны быть разные. Мне так кажется. Ну, потому что Новый год, должно быть все весело. Вот так сделаем. Окей. Так, что тут у нас еще есть? А, это фон, да, видимо. Фон. Так, что у нас тут есть? Ой, простите. Окей. Так, ага. То есть эта игрушка просто маникюр, я так понимаю. Да, тут больше такого ничего и не сделаешь. Ну вот я могу колечки повыбирать, татуировки. Такая современная вроде такая игра. Ну, на руки такие кольца выбрать. Цвет кожи. Ну, пусть она будет такая вот. В общем, эта игра просто, ну, я бы ей двоечку дал. Ну, или троечку, слабую троечку, да, я бы ей дал, потому что она неинтересная, скучная, не разнообразная, просто выдумывать себе ногти там. Я думаю, самим такие ногти делать сложно, да, но это, видимо, я в этом не силен. Это, видимо, я думаю, такие, ну, в магазинах продаются ногти, они просто клеются на руки. Вот. Да. Так что такая скучная игра. Я не знаю, блин, зачем я вообще обзор на нее сделал. Вот. Ну, раз сделал, то вот показываю, что вот такая игрушка. Это даже не игрушка, а непонятно что. Ужас. Ну, не знаю, может быть, я критичен. Может быть, я сильно критичен. Хотя нет, я навряд ли сильно критичен. В общем, ну, зайдите, посмотрите, тут делать вообще нечего. Вот, ну, тут внизу еще есть, как бы, другие игры. Извините, ну, ладно, вообще, стоило ли мне обзор на это делать? На это фигню? Может быть, думаю, что я мальчик, не знаю, может быть, девочкам понравится. В общем, вот такая флеш-игрушка. Да. Все, ладно, до свидания. Следующий обзор, может быть, будет интереснее. Я не очень удачно выбрал игру. Пока.